«Умер Ленин, но дело его живет». Этот лозунг, провозглашенный партией после смерти Владимира Ильича, до сих пор отзывается в сердцах многих поколений. 21 января исполнилось 100 лет со дня смерти Ленина, одной из самых мощных личностей отечественной и мировой истории. В связи с этим в городской библиотеке имени Маяковского открылась выставка-мемориал «Ленин разных поколений. Тайны экспоната». На выставке «Мемориал Ленин разных поколений. Тайны экспоната» представлены не только документальные издания, историческая и художественная литература, но также и труды, созданные вождем, книги, написанные о нем. Также в экспозиции представлены атрибуты советского времени, вещи с образом Ленина, которые хранятся в семьях горожан. Так свою коллекцию литературы и значков представил депутат и педагог СПТ Михаил Савин. Ее он собирал около 8 лет. Сейчас изучать их и биографию Владимира Ильича приходится подопечным Михаила. У меня очень хорошее впечатление насчет этой выставки. И можно еще раз понять, что Ленин, он очень важен для нашей истории в общем. Да, мне тоже очень понравилась выставка, особенно вот значки, которые вот тут, сзади меня. Как мне кажется, Владимир Ильич Ленин был, да и сейчас остается очень великой фигурой. Многих людей он вдохновил и, мне кажется, будет вдохновлять. Сотрудники библиотеки совместно с представителями КПРФ и ветеранами-экспертами организовали для студентов города викторину, в которой проверили знания биографии Владимира Ильича. Победу одержала команда Саровского политехникума. Посмотреть выставку «Мемориал Ленин разных поколений. Тайны экспоната» можно до конца года на втором этаже городской библиотеки имени Маяковского. Возрастное ограничение 12+. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.